Принудительно выселят. Жители таунхаусов отказываются покидать свои квартиры добровольно. Напомним, многоквартирный дом в поселке Комбайн по решению суда подлежит сносу. Соответствующие уведомления, по словам представителей судебных приставов, получили все владельцы квартир этого дома. И до 15 января они должны покинуть свое жилье. В противном случае их ждет принудительное выселение. До 15 января им вручены требования об исполнении решения суда. 15 числа, если они сами не исполнят решение суда о выселении, то после этого мы уже назначим срок принудительного исполнения решения суда о выселении.